Здравствуйте. Сейчас я прочитаю для своей Катеньки сказку «Братьев Гримм». Сказка называется «Король лягушонок или железный Генрих». В стародавние времена, когда заклятия еще помогали, жил на свете король. Все дочери были у него красавицы. Но самая младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видящее на своем веку, и то удивлялось, сияя на ее лице. Вблизи королевского замка раскинулся большой дремучий лес, и был в том лесу под старой липой колодец. И вот в жаркие дни младшая королевна выходила в лес, садилась на край студеного колодца. И когда становилось ей скучно, она брала золотой мяч и подбрасывала его вверх и ловила. Это было ее самой любимой игрой. Я сейчас здесь остановлюсь и принесу водички для своей Катеньки. Пошли, Катенька, я тебе водички принесу. Ой. И продолжим сказку дальше. Пришла, дала Катеньке водички, теперь могу продолжить сказку. Так. Ой. И вот. А на чем я остановилась? А, да. И когда младшей Каролине становилось скучно, она брала золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила. И это было ее самой любимой игрой. Но вот однажды, подбросив свой золотой мяч, она поймать его не успела. Он упал на землю и покатился прямо в колодец. Королевна глаз не спускала с золотого мяча, но он исчез, а колодец был такой глубокий, что и дна было не видать. Заплакала тогда королевна и стала плакать все сильнее и сильнее, и никак не могла утешиться. Вот горюет она о своем мече и вдруг слышит, кто-то ей говорит: «Что с тобой, королевна? Ты так плачешь, что и камень разжалобить можешь». Она оглянулась, чтобы узнать, откуда этот голос. Вдруг видит, лягушонок высунул из воды свою толстую, уродливую голову. «А, это ты, старый квакун», — сказала она. «Я плачу о своем золотом мече, что упал в колодец». «Успокойся, чего плакать», — говорит лягушонок. «Я тебе помогу. А что ты мне дашь, если я найду твою игрушку?» «Все, что захочешь, милый лягушонок», — ответила королевна. «Мои платья, жемчуга, драгоценные камни и в придачу золотую корону, которую я ношу», — говорит ей лягушонок. «Не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней, и твоей золотой короны я не хочу. А вот если бы ты меня полюбила бы, да со мной подружилась, и мы бы играли бы вместе, и сидел бы я рядом с тобой за столиком, ел из твоей золотой тарелочки, пил своего маленького кубка и спал с тобой вместе в постельке. Если ты мне пообещаешь все это, я мигом прыгну вниз и достану тебе твой золотой мяч». «Да, да, да, обещаю тебе все, что хочешь, только достань мне мой мяч». А сама про себя подумала, что там глупый лягушоночек болтает. Сидит он в воде среди лягушек, да квакает. Где же ему быть человеку товарищем? Получив с нее обещание, лягушонок нырнул в воду. Дай дочитаю, да? Я тебе сказку читаю, ты послушай, хорошо, Катенька? Получив с нее обещание, лягушочек нырнул в воду, опустился на самое дно, быстро выплыл наверх, держа во рту мяч, и бросил его на траву. Увидав опять свою красивую игрушку, королевна очень обрадовалась. Подняла ее с земли и убежала. «Постой, постой! Постой, постой!» — крикнул лягушонок. «Возьми и меня с собой, ведь мне за тобой не угнаться».
Ну, я на свою сказочку здесь закончу, потому что моей Катеньке стало скучно. После перерыва я продолжу свою сказочку. Пока-пока.